Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости «Дома-2». Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры «Дома-2» на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. У Димы Талыбова, оказывается, очень много поклонников. Они хотят его возвращения на проект и устроили флешмоб в Instagram с хэштегом «Верните Талыбова». Виталий Альперович решил выехать из дома, где живет Ольга Рапунцель. Ольга его постоянно оскорбляет, а такая женщина ему не нужна. Также выяснилось, что бывшая жена Виталия шантажирует его ребенком. Она категорически против его общения с Ольгой, в противном случае запретит ему видеться с сыном. На днях Рапунцель подала на развод, а одна из главных причин, что Дима Дмитренко бил ее в беременный живот, изменял, а также при расставании забрал 40 тысяч рублей из общей копилки. А тем временем Дима вместе с Машей Кахно проводят очень много времени вместе и публикуют совместные фотографии. Рома Гриценко пытается завоевать сердце Ольги Бузовой. Он ухаживает за ней, но Бузова не дает ему никаких шансов. Она не верит в его симпатию, потому что Рома на кастинге много флиртовал с другими девушками. Гриценко пишет: «Мне стыдно, поведение у меня недостойное. На кастинге все-таки надо заниматься другими вещами». На Ольгу Бузову подает в суд Мадонна за нарушение авторских прав. Бузовой запретят исполнять хиты Мадонны, а также заставят выплатить компенсацию. Алексей Купин и Майя Донцова хотят сделать парные татуировки. Они хотят быть вместе друг с другом навсегда. Катя Колесниченко записала новую песню. В будущем она хочет работать вместе с Иосифом Пригожиным и Максимом Фадеевым. Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов и его возлюбленная Анастасия Костенко готовятся к свадьбе. Костенко показала помолвочное кольцо. Также она сообщила, что до важного для нее события остался всего месяц. Многие уверены, что речь идет о свадьбе. Маргарита Марсо случайно спалила свою маму Ирину Агибалову. В сторис Маргариты попали кадры, на которых поклонники разглядели фигуру Ирины Александровны и даже ее грязные пятки. Также в сети обсуждают и фигуру Жени Феофилактовой. На снимке в чужом Instagram видно, что девушка располнела, теперь у нее нет и намека на талию. Илья и Ольга Гожиенко отметили годовщину отношений. Они вместе уже 7 лет. Бывшая участница Светлана Торба рассказала о связи родной сестры с ее бывшим мужем. Это стало шоком для подписчиков девушки. Родная сестра увела у нее мужа и живет с ним. Более того, вместе с ними проживает и сын Светы. Мальчик крайне отрицательно высказывается в сторону родной матери. Он предпочитает сам жить с отцом и родной тетей. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры «Дома-2» на канале ТНТ.